Приветствую. Если вы хотите узнать детализацию, скачайте приложение KSL. Открываем, заходим через номер телефона. У нас есть детализация. То есть здесь мы можем узнать, кому звонили, в какое время, сколько гигабайт потрачено, в какое время. Да, у вас могут чуть-чуть зависать, это нормально, потому что хранятся на серверах KSL. Например, с 8 по 9 я истратил около 9 гигабайт. Разговаривал 203 минуты. Ну да, я вчера общался с другом. СМС, сколько отправлено. Пополнение, списание, да. Я могу узнать по периодам. Сегодня, неделя, месяц. Я могу выбрать другую дату. Так, я могу скачать... В формате Excel, PDF. Так, давайте посмотрим гигабайт. Ой, у меня, знаете, 30 секунд крутился. То есть, вот, например, 50 килобит, 33 килобит. Так, пока пусть крутится. 36 мегабайт я тратил. 13.45, я не помню, где я. Ну, возможно, это в ТикТоке. Да, ТикТок без лимита, что очень хорошо. Так, дальше. 835. Жалко. Куда я истратил? Ладно. Так, мне интересно. За неделю я сколько истратил гигабайт? Давайте узнаем. Двадцать гигабайт я истратил. Ого, даже удивился. И за неделю... Я не подумал, что я общительный, я просто с одним человеком так поразговаривал, и вдруг... Так, можно узнать, сколько пополнил, сколько списали и так далее. 68 смс, ну, это так я менял. Прошу подписаться, поставить лайк.